Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Так называемый простой follow focus, ну или зумирование. То есть осуществляется вот при помощи вот этих устройств. То есть это резиновый, пластиковый хомут, ну и фиксатор сверху. Ну и при помощи вот этой вот фиксатора из-за длинной ручки можно осуществлять, вести либо follow focus, ну либо зумирование, в зависимости от того, что вам необходимо сделать. Есть другие follow focus с подобными же элементами, но их мы, может быть, рассмотрим чуть позже. А это самый простой. Ввиду того, что вручную не очень удобно вращать объективом в определенных зонах, поэтому выпускаются вот следующие простые follow focus. Так, ну и давайте рассмотрим на одном примере. Из-за того, что они одинаковые, вставляются вот в таком пакете. Дальше внутри находится, как говорил уже, пластиковый резиновый хомут. Так, ну и внутри вот он скрепляется при помощи вот этого винта ручки. То есть внутри еще есть пластиковая пятка для того, чтобы не испортить. Дальше, а дальше, какой вам нужен диаметр под ваш объектив, либо на зум кольцо, либо на фокус кольцо. Ну и фиксируйте вариант, и осуществляется движение. Ну и давайте рассмотрим на примере камеры Nikon. То есть, ну здесь вот есть свойство, то есть на малых углах 55, если это у вас стандартный объектив, и на широком так называемом угле 18, то есть есть максимальное место для фокусировки. А, например, на средних углах, то есть здесь уже меньше. То есть, ну и по сути, то есть вот на этот угол можно не установить данное кольцо с фиксатором. Поэтому есть у некоторых объективов ограничения. То есть у кого есть данный объектив, то сразу же понимаете, что можете снимать только на определенных углах. Либо на широком, либо на самом узком. Так, дальше одеваем это кольцо. Хорошенько прижимаем. Ну и при помощи этого стопорного винта фиксируем. Так, ну а дальше при помощи этой ручки осуществляется плавная фиксация. Так называемый художественный стиль. То есть когда вы из фокусировки фокусируетесь и обратно уходите, например, вне фокусировку. Сейчас осуществляется достаточно плавно. То есть если вам нужно двигать объектив, то здесь могут быть рывки. То есть, ну, этот именно позволяет мягко осуществлять данную фокусировку и расфокусировку. Так, ну и то же самое можно сделать, например, на кольце зумирования. Достаточно поставить еще один, то есть у вас будет два кабеля на зумирование и на фокусе.
кстати, вот тоже рывками происходит. При первом варианте, ну а дальше уже более плавно. Так, ну и давайте проверим, как фокусируется при помощи этого вспомогательного кольца на объекте. То есть сейчас проведем съемку и покажем. Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео. Всем удачи и до свидания.